Следующий танец называется «Травольта». Этот танец рассчитан на детей 10-летнего возраста. Первое движение – это дорожка. Мы ее называем «короткая дорожка», потому что она состоит всего лишь из одного шага вперед и одного шага назад. Сначала ноги. Первое движение. Шаг в сторону, шаг в сторону. Второе движение – это длинная дорожка. Это три шага вперед, затем три шага назад. Раз, два, три, точка. Раз, два, три, точка. И первый раз в детских танцах появляется поворот на трех шагах. Сначала он исполняется вправо. Шаг, поворот, поворот, точка. И влево. Шаг, поворот, поворот, точка. А теперь хореография рук. Руки двигаются из закрытых кулаков, прижатых локтей к боку, в верхнюю вытянутую раскрытую позицию. Вверх. Потом собираем опять кулачки и прижимаем к себе. И после этого сброс вниз. Очень большая сила заложена в кистях, и это должно быть видно в напряженных, вытянутых пальцах. Это движение «сброс вверх и вниз» танцуется по диагоналям. Вместе с дорожками это выглядит так. Короткая дорожка. Вперед – диагональ, назад – диагональ. Вперед, 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 диагональ. Назад, 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 диагональ. Поворот. Поворот, 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 диагональ. Поворот, 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 диагональ. А теперь вся композиция под счет с небольшим добавлением на длинной дорожке. Мы называем это движение веревочка. Оно выглядит вот так. Просто те, кто может контролировать одновременно и движение ног, и движение рук, могут разнообразить свое движение. Итак, подсчет, вся композиция. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.